два слова сказать. Раз, два. Все есть? Считаю, что это сегодняшняя игра будет самая трудная, поэтому что Сочи очень неприятная команда, которая тоже в очень хорошей серии. Не пропускаю голи, играю с много дисциплины. Это будет игра терпения, концентрации, дисциплины и желания на таким поле, как есть сейчас Россия зимой. Так надо держать концентрацию каждую минуту и забрать очко. Это самое важное сегодня. Пока Локомотив после выхода, после зимней паузы не пропускал, вы понимаете, как их оборону взломать? Ну, понимание есть, конечно, понимание есть. Мы разбирали, анализировали. Ну, игра покажет, да, удастся нам это сделать или нет. Я думаю, что в этой игре все будет, да. И будет и открытая игра, и закрытая игра. И я думаю, что зрители получат удовольствие. Ударом под перекладину. В контратаке Локомотив ставит точку в этой игре.